Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кисми, Угабуга, Кейстарс, Крошка, Окрошка, Сильвер, Поплавский, Сашунок, Плеймарк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. Здравствуйте. Всем понравилась рубрика «Смогут ли гномики разрушить нашу крепость?» Смотрите, и добавили теперь еще нового гномика. Он более жестче и раскидывает приветы просто на десятки метров вокруг себя. Если печку вышли, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Так как у нас новые гномики, я и подготовил новые постройки. Сейчас будет дом гусенька. Смотрите, какой у него классный домик. Вам нравится? А как попасть в него? Как богато живет. Открывай! Ладно. Странная это работа. А как ты поднимаешься между этажами? А он летает, он летает. Это очень странный у тебя дом. Халупа пойдет. Поехал, давайте с одного. Хочу сразу попросить, чтобы вы подписались на мой канал. Давайте в этом году добьем на канале Димас ТВ, то есть на моем 2 миллиона подписчиков. Всем спасибо, кто это сделает. Ого, я же сказал, что он жестче. Я говорил вам, пацаны. О, хана дому. Он за 5 секунд его развалил. Где Курсанёк жить будет? Максим! Блин! Максим! Я поддался. Моя школа. Так, кто же из нас выиграет? Кейстарс или я? А там Сильвер еще. А, Сильвер еще есть? На тебе. Вижу, вижу. Сильвер, пока. На тебе. Блин, Сильвер победил. У тебя одно очко теперь есть. А, получается два. Ладно. Ладно, ладно, одно, пошутил. Вот дом Максима. Кто вот, у тебя в воздухе вот висит? А что у тебя такой дом скромный? Это лабиринт. Ну, а где ты спишь? Такой дом? Иногда здесь вот сплю. Иногда там. Понял. Так, еще раз новенького поставим. Мне кажется, он прям очень жесткий. Ой, мой дом. Один улетел сразу в фламинго. Фламинго? Фламинго. Ой, балкон сломал. Ой-ой-ой, сальтуху закрутил, Максим. Блин. Не летайте надо мной, они меня будут убивать. Ну, я попробую перепрыгнуть. Давай. Давай, давай. А, споткнулся. Блин, там какая-то штука. Ладно, я не хочу перепрыгивать. А я могу, в принципе, я смогу. Во. Че, смотри, как я могу. Голова? Давай, на тот мостик к огурцу. Так, мы опять с огурцом остались? Это кто? А! Да что ж такое? Кто это? Кейстарс. Кейстарс два раза уже выиграл. Не я. Да я специально не так. Этот намного жестче, вы понимаете? Это какой-то вообще читерский. О, что за ракетная постройка? Давайте мы ее посмотрим. Вот. У тебя из хрусталя? Да, я вообще похожа. Хрустальный дом. Вот у кого зарплата хорошая. Блин, и как тут выживать? Я не знаю, давайте мы двери удалим для начала. Мы же все тут проиграем. Не, не все, только ты. А подожди, тут как будто стен нету, но они есть. Хорошо, я сейчас поставлю подальше, чтобы забежать. Ставлю далеко, чтобы успеть забежать вовнутрь. Во. Идет. А что оно ломается как дерево? Это что, материал такой наложенный просто? Наверное. А, я живой. Иди. Я тоже. Я тоже. Он еще так прикольно Бен ржет. Пухолкает. Ну да. Бен. Прикольно. Сами уйти. Пацаны, прощайте. Как Дед Мороз какой-то, Санта-Клаус ржет. Ой-ой-ой! Я ж дернулся. Нет, пожалуйста, мне не надо! Меня не надо! Опа, интересно, кто же выживет из пацанов? Давайте посмотрим. Нет! А, Максим, я был последним. Максим последний. Вроде некий Старс был, пацаны. Вот сейчас будет самая лучшая постройка, которую вы могли видеть в Гаррис Моде. Давай. Обещаешь? О! Моя хата! Давайте на ней повыживать, реально для прикола. А что она шатается? Так подождите, мы уже стоим, она шатается! Мы же не надо никого ставить. Нормально, нормально. Я тут живу и нормально. Так, ставим более старого гномика. Ой-ой-ой. Вот это была подача! Вот дом Кейстарса. Ого, у него дом лучше, чем у меня. Ну вот так, смирись, у него зарплата выше. Ты же сам сказал, какая зарплата, такой и дом. Вот его компьютер, видите? Вот тут у него стиралка. А это что у тебя за технологии здесь такие? А, ты диджей? Да. Я понял. А стиралка у тебя такая, я вижу, профессиональная. Теперь поставим гномика среднего класса. Это и старый, и не новый. Ух ты! Понятно все. Он уже дебоширит.
прощайте, пацаны. Ой, стиралку там заберите после записи. Это ж все в аренду берется. Блин, это жесть, что творится, она скидывает весь дом. А! Ё-моё, ты специально проиграл. Нет! Все, я выиграл. Подожди, я на стиралке еще. Он еще на стиралке стоит, кстати, да. А, ну все. Иди трусы вонючие свои стирай. Я последний. Вот дом Угай-Буги. Угай-Буги. Нифига себе, у тебя золотой конь, который сыт. Нормально у тебя получается, что? Мочевой фонтан из мочи, что? Конячий. Так, давайте посмотрим, что у него тут в доме есть. Ого, у тебя прям жирная халупа. Это как... Это моя корпорация. Монстров. У тебя тут майнинг фермы стоят. Нифига себе, у тебя тут прям офис. Он очень богатый. Фермы стоят. Да, ты элитный человек, я вижу. Так как у нас очень большое здание, поставим самого нового и самого мощного. Пацаны, прощайте, если будет лагать, я не виноват. Ого, он растерзает, там твоих сейчас конь полетит. Ой. Я сказал, что будет лагать, пацаны, я не виноват, оно само. Это слайд-шоу, все нормально. Сейчас пролагает. Ждите, сейчас будет лагать еще сильнее. Блин. Уже страшно. У меня вообще жесть. У меня 1 FPS. У меня 59. Ждем, сейчас он разломает дом и все будет хорошо. Да блин, мой конь. Я знаю, что пролагало, надо еще добавить. Еще хуже. Спасибо. Не, у меня не лагает. А у меня лагает жесть. Ну ничего, это ж Гаррис Мод. Лагает. Ё-моё. Проходит. Ой. Их очень много. Пацаны, прощайте. Живу. Ой. Я живу еще. Ой, там сундуки летят чьи-то. Так, бейте Диму. Помойте Диму. Падай. Все, ляща поймал, красиво. Блин, ты был последним, Дима. Я победила. Да. Ой, победил. Вот дом сосунка. Хороший домик у тебя? Но печка он... есть даже, он спит на ней. Он в деревне, да. Деревенский дом, он в деревне живет. Только, пацаны, придется выживать на крыше. Как в реале прям. Блин, здесь... А чё? Крыша прикольная, Санек спрятаться может. Кстати, реально. Оп, все, меня нет. Так, ставим самого слабого, так как домик небольшой. Ого, крыша, дё! Всё, блин, крыша придавила. Это жесть. Курец выжил. Ну понятно. А он использует читерскую тактику, он садится постоянно, поэтому он и выживает. Я хотел сесть туда. Вот дом плеймаркета. О, лопата, велосипед. Ну, то есть сразу видно. Мусорка. Ну, то есть все красиво сделано, да, по феншую. О, будка для меня. Блин, это больше похоже на курятник. Дима, смотри, я в будке. А где тут? А, точно. Тут Балтик. Открой. Так, пацаны, залетайте. Будем выживать. Максим хочет сесть, я вижу. Ну, не получается. Ой, все... Главное, что у меня получается ставить гномика. Пацаны, да я не хотел на самом деле. Так, ладно, хотел. Прощай, гусанёк, прощай. Ты был хорошим человеком. На тебе. А, Дима, последний. Дима запобедил. Наконец-то я выиграю. А, нет, еще ж Кейстарс, он лучше выигрывал, чем я. Ну, у тебя 2 очка. Вот дом Сильвера. О, аптека? Ой. Да, больница. Аптека. О, я в очередь занимаю, я первый. Так, прием к врачу, я врач. Мне только спросить. Бахилы брать будете? О, граната. Да ладно, я пошутил. Ой, она уже начала ломаться, мы еще гномика не... Ого, она горит. Ладно, надо быстрее гномика вставить, пока она сама не разрушила себя. Быстрее, гномик, помогай. Давай. Самый зад. Идите в зад, ой, в зад части карты. Что здесь кастрюля делает? Ой, о, зря нормально. Вы туда пошли, зря. Ай, угу, вот это улупило. Так, смотрим, кто же выиграет. Интересно. Ух, ты сальтуху. Я выиграл, что ли? Смотрите, какая есть крутая постройка. О, шар какой-то. Это сфера. Очень гигантская, кстати. Мне кажется, ее в конце ролика надо будет бомбой изнутри взорвать. Хорошая идея? Да. Да, хорошая идея. Так, ставим всех по одному, новых и старых и средних. Погнали. Три брата акробата. Максим, все нормально? Все четко? Все нормально. Ого, отлетел. Нормально, я тут сижу. Голова пластиковая. Как будто это твое туловище напоминает, покушал. Нормально.
Ого, плитки разлетелись. О, опа, ну зачем я смотрел? Ну зачем? Ногами вниз. Ой, блин, больно как. Пожить, пожить. Блин. Ой, нормально. Ой, красиво. Плеймарк. Опять плеймарк последний. Это было мощно. Как и обещали, мы сейчас эту сферу просто по красоте взорвем. У нас есть специальная бомба, которая очень сильно раскидывает пробы. Вот она. Пока. Вот это эпично! И ей всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Soul TV, Итучка, Венера, Playmark, King on Fire, фуфло какое-то, гусенек, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! 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 Ребята, вас ждет сегодня очень классный ролик, потому что в нем будет мега эпические разрушения. А Бунга может ломать все. Сейчас вы в этом убедитесь. Будем выживать на разных больших постройках, а Бунга покажет, кто в доме хозяин. Если вы не кушаете, приятного аппетита! А мы начинаем выживать. Так, я смотрю, пацаны позалазили в самый верх. Но это вас не спасет. Так, я сейчас приду сюда. И хочу сказать, что для начала мы поставили одного бунга, а потом будет все больше и больше. Поехали. Давайте посмотрим, как он это делает. Вы сейчас офигеете, как он ломается, смотрите. Он может разломать любую постройку. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в мой инстаграм. В дискорд, пообщаемся, поорем. В инстаграме можете увидеть, как я живу в реальной жизни. Все, слился, улетел. Я улетел. Саня. Так, давайте здесь будем сидеть. Ребята, это классно, конечно, будет. Я к вам веду его. Так вам веду. Давай, веди. Ты можешь летать над нами, чтобы он прыгал. Ух ты! Не надо, не надо! Фу, фу таким быть! Ловите. А где он? Я его не... О! Крыша падает! Вы видели? Очуметь! Да, давайте на меня все. Так я что, один остался в живых? Нет. Нет. Ух ты! Ничего себе, доска улетела вниз! Это же... Ого! Эй, ты как там на холодильниках вонючих... Труба, пацаны, там трубу после записи пойдем на металл сдавать. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите мои ролики и улыбаетесь, как вы все. Так. Дем, давайте сюда его введите. Следующая будет постройка, уже будет много бунка. Поставлю их два. Потом 3-4, будет все больше и больше. А в конце ролика будет просто что-то неимоверное. Сюда так, надо постоянно ходить. Давай, Дима, смотри, Дима, смотри, куда я перебрался с холодильника. У вас просто это... Красавчик, красавчик. А Бунга тупой. Он тупой, да? Вот, вот, давай, гусенька! Так, мы остались с Плеймарком вдвоем. Это хорошо. Интересно, кто же из нас проиграет? Кафайр еще жив. Давайте, давайте, все сюда летите, чтобы он у нас агрился. Ух ты! Вы вообще ожидали, что Бунга может разрушать все? Я не знал этого. Тоже не знал. А вон еще кто-то есть живой. Кто-то сидит там на кабаке. King of Flyer. Он читер. А, вы сделаете так, чтобы он его убил. Ух ты, еще кусок здания улетел в небытие. Так, я спущусь сюда. Давай, нет, боюсь. Очень сильно лучше тут. Дима делает ремонт этой всей хаты, по-любому. А кто ж будет ремонтировать? Гусанёк, конечно, это он виноват. Ну ты за свои деньги. Я еще дома поставлю, чтобы было веселее. А он низко как-то прыгает. Так, надо постоянно двигаться. Блин, если он ударит пополам, лучше на кровати быть. Кровать зафрижена, скорее всего. То мы останемся живы. Да может, предметы ломать и зафриженные тоже, Дим. Где они? Я знаю, но кровать хотя бы останется. Они под тобой. Да, под нами. Где я, Бунга? Ну где я? Давайте все, пацаны, кто проиграл, летите сюда. Он прическа, Бунга, ты сможешь. Ух ты, о чем я и сказал, там шифоньер улетел, а стол конч. Эй, будь внимательны, пацаны. Дима, на кровати сидите. Да я могу, тут жопа какая-то мне мешает, он ТВ улети, зачем жопа? Чисто шпонка, короче. Нет, лучше на кровати. Что-то кровать такая стрёмная. Это шпонка, нормально. Ой. Крыша осталась, понимаете? И все, больше ничего от здания не осталось. Только стенки, там потолок и это. Ну? И кроватка. Давайте еще поставим. Много бунт, что было веселее. Почти. У меня впереди просто эпические постройки. Я хочу, чтобы все в этот ролик попало. Он не разрушает. Все, значит, вдвоем выиграли? Нет. Он сейчас разрушит, сейчас разрушит. Какой-то... Блин, ну я вроде как последний упал. Ладно, ладно, победила дружба. Все, пацаны, залетайте. Это хата гусанька. Что-то красиво дома здесь. Там у меня велосипед есть в гараже. Я знаю, в каждый ролик твой велик попадает. Понимаете, пацаны, хвастается постоянно велосипедом. Молодец. Так, ну что, я ставлю обонгу и залетаю быстро в дом.
Давай. Я буду на крыше лучше выживать. О, с тобой. Я тоже сам буду здесь. Давайте, мы не смотрели, как разрушается дом. Полетело. Ой. Где? Ух ты! Там уже все разлетелось внизу, я прям слышу, как все. Ой-ой-ой-ой-ой! Сразу трое людей улетело. По всей карте разбрасываются просто предметы. Он псих! Это крушитель какой-то! Уберите его от меня, я его боюсь. Он все оплачивать будет. Я не знаю, ох ты, ёкала манекакала! Да вот именно. Вот это жесть! Че, кто остался в живых? Венера. Венера, пожалуйста. Свинера, ты молодец! Свинерог. Ё-моё. Свинероги. Отвали от меня. Ладно, ладно, Венера победил. Так, ну давайте теперь что-то поэпичнее. Это все хорошо, но надо что-то такое прям глобальное. Но я боюсь, что если я поставлю что-то глобальное, может подлагивать. О, хорошо, сейчас поставлю дом ЛТВ. Давай, а ну. Да. Это какой-то сарай будет? А нет, да, я пошутил, это реально сарай. Это реально сарай. Во, есть! Да ты офигел! Ладно, ладно, ладно. Ребята, дом ЛТВ. А ну. Прикольный у тебя дом. О, тут будка какая-то просто есть и все. Так, я буду опять на крыше выживать. Дима, это будка для опытов. Так, ставим теперь несколько NPC. Три штуки, поехали. Третий раунд, три NPC. Ё-моё. Ого, там все разлетается просто. Я буду тут выживать. Там больше людей, и шанс того, что загорятся на них, больше, чем на меня. А, чуть не вы психи, вы хорош ломать карту новую. Психопаты. Ух ты, Венера улетел. Ой, ой, тут предмет забагался. А кто будет чинить все? Не знаю, никто не будет чинить. Это ремонту не подлежит, пацаны. А я где жить буду? Да вот там вот. Твое место на параше. Ой, будешь где-то жить. В мусорном баке. Так, где он? Я его не вижу. Вон они. О, привет, это Булгокс. А я здесь вот на такой платформочке выживаю. О! Вы специально тут стоите, чтобы они меня убили. Эй! Эй! Тихо! Блин, уже низа здания вообще нету! Осталась только крыша. Так, спокойно, психи, спокойно! Успокойтесь! Ух ты, блин! Ух ты, ё-моё! А чё, думают, стекло может бронированное? Хотя для бунги брони нет. Все, все, Дим, последняя, это твоя броня была последняя. Да, больше нету? Ух ты! Еще кусок откололся! Ладно, давайте буду на месте стоять, посмотрим, прыгнут на меня. Привет! Привет! А че они там прыгают? Там же никого нет. Они за этими прыгают. А не, я здесь есть, все, тут. Ё-моё! Ну-ка? Ну нет, нет, нет! А что, еще кто-то живой есть? Я с Аней в куфле. О, давайте посмотрим, как они сольются. Давайте все над ними стоять. А у нас тут вообще маленькая платформочка осталась. Ну все, ребята, вы сольетесь, понимаете? Сейчас он ее ударит, и вы все вниз улетите. Ну, а бунгоксы. Прыгайте. А че они не могут прыгать сюда? Куда? Они когда так прыгают странно. Ну да, может им предметы мешают? Они с разгоном прыгают. А, понял. Да, с разгоном. Они не умеют прыгать прямо. Ну не надо, пожалуйста, давайте на них. А все, ты один остался, фуфло? Все, туда его. Они еще гусанек. Офигеть. И я. Они футбол. Там кто-то еще NPC заставил. Нельзя. Да. Ой, все, вот это ты меня телепортировался, гусанёк. А чё, Бонга с собой туалет носит, что он тебя параши убил? Смотрите, что произошло с этой постройкой. Они просто ее уничтожили в хламину просто. Хорошо, давайте дальше продолжать. О, давайте для эксперимента поставлю деревянную постройку и посмотрим, что он с ней сделает. Залетайте. Они сгрызут ее за момент. Это просто жесть будет, но я их поставлю много. Готовы? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, а Булга всех убьет и все здания разнесет. Я живой. Крыша улетела. Ой-ой-ой-ой-ой. Он просто съел ее. Ой, как жить-то, я умер сразу. Я живой, я в King of Fire. Доски в воздухе летят. Да просто. Ой, блин, а где Дима, ты умер? Да, они меня уничтожили через полы вонючие. О, King of Fire с ультухи крутит. Все, Плеймарк выиграл. Плеймарк, ну давайте, чтобы он их убил. Плеймарк, твое последнее желание. Не знаю, что-нибудь. Ну все, прощай. Ля-ля-ля, давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Засекаем время, как он его убьет. Три, два, один.
Но... Эй, Бунга, вы косые жопы, что ли? Вот он здесь! На тебе! Вот это трэш какой-то! Так, поехали дальше! Это мало нам! Вот дом и тучки! Ого! Нормально, пацаны, пойдет? Такой щит. Мне кажется, его уже разрушать не надо, оно уже разрушенное. Что за лианы вообще тут растут? Мне кажется, а Бунга может бетон ломать или нет? Давайте проверим. Может. Нет. Может. Ого! Что за землетрясение? Еще ставлю. Ай-яй-яй, сам уже летел. Ой, пацаны, там что-то штук 10 идет к нам. Ты че, Дима? Они просто за секунды его съели. Такое ощущение, что для Бунги ничего нет такого, что они не смогут поломать. Сейчас поставлю хату King on Fire. King on Fire, у тебя будет элитная хата, смотрите. А? У тебя замок целый. Воу, как он крутой, да? Это прям, знаете, крепость оборонительная. Посмотрим, сможет он разломать? Мне вообще поставил руины какие-то. Ну я же пошутить хотел. Я тебе потом покажу после записи твой дом. Хорошо. Так, поставил всего на все ваши штуки. Готовы умирать? Да, умирай, Дима. Да, Дима первый. Ой, ой, вот тут они его съедают. Это просто обжоры какие-то. Эй, успокойтесь. У вас тоже дрожит карта вся? Да. Землетрясение. Ой, лагает, лагает. Нет, не лагает, нет, лагает. Ух ты! Ай, больно, я первый умер! То что не за справедливость? Да нормально. Я в небо улетел. Я в небо. Смотрите, как они ее разрушают. ФПС, конечно, минус. Доской по башке! Да что такое? Это фуфлик. Что за коробки? Ой-ой-ой! Саня, последний! Почему я не выживаю? Блин, это эпический ролик. Так, все нормально, пацаны? Все живые? Нет, не все. Ух ты, Гусарик, ты последний был? Сейчас будем ставить дом фуфлика. Ребята, это будет эпическая постройка. Смотрите. А, понятно. Это какой-то футуристический дом у тебя. А реально круто, да, смотрится, пацаны? Какой-то вымышленный дом. Понятно. Офигенно. Еще пленкой замазан будет. Просто денег не было, он полиэтилен он стены натянул. Блин, это реально смех и грех. Мусорными пакетами. Вы знали, что ты богатый человек, но не настолько мощно. Богат мусорными пакетами. Давайте 4 поставлю, чтобы не сильно разрушало. Я боюсь. Потому что это мой дом. Ух, ну он уже здесь. На доски по голове, ну больно. Полиэтилен улетел. Он уже наверху. Тихо-тихо-тихо, надо двигаться постоянно. Давайте сюда сходим. Эй, во. Дима, ты зачем у меня идея? Ой, нет. Украл? Это моя идея, моя голова. Ладно, прыгаем сюда. Отлично. А сюда можно запрыгнуть? Блин, нельзя никак запрыгнуть туда. Только флаем можно. А, флаем? Да. Хорошо. Ага. Ой, лагает, лагает. Эй, в Амонге, вы грузитесь. Да, в воду да, даже все летит. Смотрите, смотрите. Нифига там куски разлетают. Вот это трэш. Вы понимали, мне кусок пленки прилетел в лицо. Все, это тебе этот. Можете мусорные пакеты с тех назад сделать. Лагает! Что лагает? Реально лагает. Давайте подождем, можно сейчас прогрузиться. Да, это предметы просто прогружаются. По всей карте разбросали. Вообще. Так, пацаны, давайте летите сюда, они на вас агрятся. Я хочу, чтобы они нас убивали. Сейчас такой Дима умирает по своему желанию. Вот, смотрите, гоняется за всеми, но не за нами. Это... Ох ты, ёба, я посмотрел вниз. Хотя, посмотри, как там дела. А дела я вижу не очень. Да. Так, кто остался в живых? Давайте посмотрим. Я на своем доме остался жив. Венера и Тучка. Гусанёк еще живой? Не, я забрал. А, я понял. Как там куски? Осталось чуть-чуть. Ой. Ух ты! Давайте будем над ними тут стоять, чтобы на них агрилась вся толпа. Бум! По голове доской! Нормально пойдет? Фонтаны забыли. Че, Венера выиграл? Да. Да! Красавела, брателла! Чуть-чуть не хватило. Так, давайте все-таки, чтобы его убило. Я хочу это посмотреть. Не надо. Надо, надо. Не надо. На тебе щенок! Сейчас будет мега большая постройка. Ну, мега много NPC Амбунг.
Давай. Залетайте. И очень много. Мы не докажем. Так, как вы думаете, сколько мне поставить абунг? 50. 50. Нет. Давайте около 20. Двух. Что ты наделал? Да я случайно! Что ты наделал? Дима! Дима, нет! Просто грызут, все подряд! Бобры термоядерные! Психи! Пацаны, я вас люблю и уважаю! Прощайте, вы были хорошими пацанами! Ага. А, я же говорю! Нет! Меня откинуло случайно, я выжил! Ну все, пацаны, тогда точно прощайте! Я думаю, нам осталось 5 секунд жить! 5, 4... 3, 2, 1. Это был тайминг идеальнейший просто. Ребята, хочу установить рекорд, за сколько секунд абунги уничтожат это прекрасное, красивое здание. Это прям какой-то офис. Тут даже куча пропов и все построено. Так, я сейчас поставлю мега много NPC. Сотку? А, ну не сотку, но штук 30. Хорошо. Ты чё, с ума сошёл, Дим? Около 35 штук. Это будет самое быстрое разрушение, которое вы увидели. И самые сильные лаги в Гаррис Моде. Там же пропов много. Что? Я ничего не понял, у меня просто слайд-шоу! Слайд-шоу. Я полетел. Что творится? Это как будто кто-то быстро фотографии перелистывает просто. Блин. Он же сейчас просчитается, стойте. Сейчас, подождите, пацаны, я верю в Гаррис Мод, он сможет. А как он может просчитать, если еще надо 1000 успеть пропов все просчитать? Все, здания нету. Я последний был живой. Да. Это жесть. Просто слайд-шоу. Мы любим делать, ребята, в Гаррис Моде всякую дичь. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэн, Гусонёк, Кейстарс, Флайинг, Алекс, Хацкер, Плеймаркет. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Смогут ли Nexbot'ы разрушить нашу крепость?». И Nexbot'ы будут не простые, а гном Nexbot. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Все залетели? Да. Конечно. Для начала ставлю одного. Давайте посмотрим, насколько он мощный. А бунги очень сильные, а это вот мы не знаем. Ой, я уже слышу его. А он вообще может ломать здание? Да. Хороший вопрос, Дим. Мы не проверяли. Подожди, давайте. Ребята, все рубрики, которые мы записываем, мы не тестим. Мы просто проверяем их прямо на записи. Это жесть просто. Ой-ой-ой, чуть не поцеловал. А, Криш! Блин, сильно их много поставил. Кто останется последний, тот будет победителем. Гусанёк! Нет. Все-таки Гусанёк был последний, я увидел. Красавчик, молодец. Респект. Правильно, это было жестко. Смотрите, самая популярная постройка и самая хрупкая из всех, которая может быть. Все, залетайте, пацаны. Ого, он все балки просто крышит. Мне кажется, он даже жестче, чем Абунга. Намного жестче. Это было рядом. На соплях. Чьи там сопли? Кто там шмарканулся? Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ой-ой-ой. О, я вот так буду стоять. А, сейчас кто-то упадет. Кейстарс, давай, держись, я в тебя верю. Дэн! Молодец! Ой, я чуть не подавил. Это жесть. Так, кто остался? А, я остался. А вроде бы все упали, не? А я так и не понял, кто был последний выживший. Алекс был. Алекс, ты молодец, наполовину. Давайте вообще поставим конченое здание. Сегодня у нас будут очень странные постройки. Заходите, это будка Гусанька. И вот собака тут живет. Хотя он живет в квартире. Но это будет смешно. Гномик пошел. Он просто насквозь проходит и даже не считается ни с какими материалами. Ему все равно бетон, это дерево, плитка, он все крышит. Ой. Я живой еще. А, нет, мы втроем, думал, я один остался. Я хочу победить. А кто упал, тоже проигрывает? Да. Главное, земли не коснуться. Ух ты. Это было хорошо. Это было близко. Ну, я выиграл! Блин, так а я себе хоть раз в жизни выиграл. Вы красиво, пацаны, отлетели. Так, поставлю 3 штук.
Выиграет сильнейший. Ого, доски полетели. Пацаны, кому надо дрова, в конце ролика можете забирать себе. Будете печку топить, борща наварите. Они подо мной. О, нет. Вот это я поймал, ляща. Вот это жесть. Так, у нас Дэн выиграл еще. Флаинг. О, флаинг и Дэн, и больше никого нету. Дэн, ты победитель. Пацаны, вы считаете, кто сколько... Еще кто-то есть? Жив. Да. А где он? Да. Я в башне сижу. О, вижу! Нет. Красавчик! Давайте, чтобы он его убил. Ну! Ого! Мне кажется, они даже жестче, чем Абунга. Дэн! Дэн! Дэн выжил. Все, Дэн, ты победил. Ну да, все, огурца нету. Так. Пацаны, только что вы считаете, у кого сколько очков? Дима, мне своего одного очка хватает. Да, я тебя понял. Пацаны, залетайте все. Все готовы? Да, давай, поехали. Да, давай. 5 штук всего-навсего поставил, ну как бы, ну, чтоб не сильно убивало нас. Хотя это был сарказм. Да, Дима, они сейчас жестко всех замочат. Ух ты! Ух ты! Гусанёк! Ты забыл, что они просто распинывают это все. Так, да, они просто психи. Меня выкинула балкой по животу! Блин, это было жестко. Так, кто у нас? Хацкер, Плеймаркет. А Дэн молодец. А как ты сидишь? Дэн живет. А, понял. А. Прикольно. Ничего себе, не жестко. Они очень жесткие, пацаны, очень. Они просто распинываются. Ну, давай. А, блин, они мимо. Вы понимаете, сейчас, если прилетит один этот гномик, вы все сольетесь. Перепрыгните кто-то в другую часть этот карты. У вас же есть вот возможность сюда перепрыгнуть. Тогда будет шанс выиграть намного больше. Вот, правильно сделал. Вот это жесть. Так, трое, да, осталось? Да. Дэн, который сидит на палке. Смотрите, что сейчас будет. Я огурец. Дэн! Молодец! Дэн! Плеймаркет, ты выиграл! Ты молодец! Ты красавчик! Блин, ну прикольно получилось. Сейчас будет более такая постройка, уже побольше. И шанс выиграть будет тоже больше. Нормально. Но на самом деле шанса большего не будет, так как я ставлю очень много штук. Готовы слиться, пацаны? Давай. Это будет сейчас самый быстрый раунд. Они просто раскрешили там все. Ой! Мы все вместе умрем, смотрите. Это жесть просто. Ставлю туда одного по вашим просьбам, чтобы было все интересно. Погнал гном. Мне кажется, оно не на досках стоит, оно кто-то харкнул, наверное, вот на этом оно и стоит. Кто-то на Харьков. Кто на Харьков, да. Телевизор летает. Дэнчик! Я думал, ты победишь в этой серии. Ой-ой-ой, там столы летят, диваны. Бочки разлетают, стекла трещат. Гном вообще псих какой-то. Холодильник валяется. Ну? Ой-ой-ой. Ящики. Колесо, пацаны. Ой. Там запаску кто-то потерял. Огурец, ты что там сидишь? Нельзя, что ли? Во-во-во, пацаны, прощайте. На! Я выиграл? Нет. Да я специально, видишь, я проверил. Еще внизу тебя. А, да? Значит, я, скорее всего, выиграю. Там гусанек просто умрет. А где гусанек? Кто в меня стреляет? Дэн. Опа. Я здесь буду. Дэн, гусанек, тебе так повезло, слышишь? Сейчас проверим, кого же выберет гномик. Давай. Нет, почему я? Ну блин, ну ладно. А, еще и замочил меня. На всякий случай. Так, интересно, кто же выиграет? А кто у нас? Хацкер и гусанек. Два пацана, одни из лучших пацанов остались. Еще Плеймарк сидит. А, еще и Плеймарк. А где он? Да. Я его не вижу. Вот здесь, вот за этой стенкой. За вот эту стенку залезли. А, ты на туалете. А, ты в ванной сиди. Ну, купайся. Сейчас ты покупаешься на свою голову. А, все, давайте. Все. Слились? Все, гусанек, ты выиграл. Нет, гусанек хорош. Как нет? Ты еще там на параше сидишь? Он на ванне! Он еще не слился.
Не, пога... А, да, он все еще... Санёчек, ну блин, это было близко. Ты готов умереть? Я надеюсь, что нет. Ну! Вы Саньку вообще Ой-ой-ой, осталось чуть-чуть. Ой! Прикольно, осталась одна досточка, уголок от шкафа. Ух ты! Я тут при чем? Вот это получил для ща. Ну все, Плеймарки, ты вы красавчик. Давай. Давайте, разбредайтесь по комнатам. Это мега большая постройка. Поставлю всего двух, пацаны. Вот, два штучки, все, полетело. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, кто там был? Я... А нет, они не пробили днище. Все, я слился сразу. Все, Дэн, мы с тобой сейчас затащим. Я прям чувствую пятая точка, она чувствительная у меня. Ух ты, это было близко, но мимо. Вот сейчас прыжок будет точно замочит кого-то, смотрите. Ну? Нет. Ух ты, ого, вот это оно вырвало кусок здания. Дима, а вот это вот здание спокойное так-то. Ну да. Ух ты! А что там вообще такое? Опять Плеймарк сидит на чем-то. Опачки. Опачки, я лучше здесь буду. Нет, я лучше до Дэна пойду назад. Хорошо, что я ушел оттуда! Вот это было бы прикольно, если бы я там слился. Все, это самое везучее место на всей планете. Дима, прими челлендж. Вот на вот этой палочке стой. Давай. Я пойду, я несу. Не смотри. Верь ему. Я верю ему. Он меня никогда не обманывал. 100% затащу, смотри. Никогда, все, я победитель. Вот, о чем я говорил, пацаны. Ну видишь, как он, Дима? Как он выжил? Ну, вот так вот. А, блин. Видишь, Дима, мне доверять надо. Да, я верю тебе. Спасибо. Сейчас будет прыжок. Ну... Ой-ой-ой, а, там еще кто у нас, гусанек, да, тащит, хорошо. Что, мужик к вам прийти? Нет, гусанек! Ты живой? Так, нужно найти путь к вам. Давай, пока не разрушили полностью все здание. Ну? Они меня любят. Именно на меня идут. Да, они такие психи. Все, все, все! Нет! Фух, спасибо, что я не слился. Ладно. Я бы еще увидите летающих гномов. Вот, я буду здесь тащить. Только на канале Дима стоит. Это точно. Так что заходите, подписывайтесь, все будет. И обязательно залетайте в Дискорд, пообщаемся. Да, может, в ролик попадете. Ой, ой. Они прыгают, прыгают, убить не могут, да? Разнообразим немножечко. Нет! Лучше бы на той палке стоял. Ну ничего, я ж тебе не послушал. Ну вот, Дима, видишь, слушаться надо. Да я специально не послушал. Блин, да я думаю, я затащу. А кто у нас выиграл? Опять я, что ли? У нас огурец и Дэн стоит еще. Все, ждем. Кто из них затащит, интересно. Ой-ой-ой. Это было близко. Дэнчик, ты готов? Денчик, иди на вот эту палку, где Дима стоял. Она фартовая. Да. Ой, красиво, Дэн! Пока мисс, ты побеждаешь в этом ролике. Дэн. У тебя 2 очка. Это как-то очень странно, но у тебя, видишь, 2 их уже. Смотрите, какая у нас будет мега большая постройка. Это просто жесть. Имба. Да, имбовая притом. Все залетели? Да. Да. О, давайте для разнообразия, для сравнения поставлю абунгу. Ой-ой-ой. 4 абунги. 4 абунги, по стандарту. Нет, нет, нет! Ай-ай-ой. Еще и получил по мордасам. Хорошо, блин, хотел там, знаете, зацепиться где-то. Я понимаю, что сейчас вот этот потолок пробьют и все сольются. Ой-ой-ой. Ой, нет, меня не надо, я буду над пацанами летать, чтобы они за ними агрились. Да чё такое? Никто не умирает, я не понял. Гусанёчек! Не везёт мне в этой серии вообще. Ну а кто виноват во всем? Абунги. Да здрасте. А гномики тебе тоже не везли? Да. Еще Дэн живой. Я думаю, что... А, Дэн уже не живой, он уже в воздухе. Опять огурец тут сидит. Молодец. Хорошая тактика крысы. До этого момента была. Ой. Так, огурец убал. Кто это? Кейстарс, ты победил. Выясняю, кто же лучше, Дэн или Кейстарс. Выживает чисто вдвоем. Ставлю гномика, потому что он не такой агрессивный.
а бунги какие-то психи. Все, поехали, смотрим. Давай, Денчик, я в тебя верю. Дэн, ты победил! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Заварна Кофе, Фофликс, Никитос, Венера, Дэн, ЛТВ, пацаны, поздравайтесь. Всем братья! Всем привет. Всем ТВ, всем ЛТВ. Всем понравилась рубрика, когда мы выживаем на гигантских постройках, а Бунга ее разрушает. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, я подготовил очень классную постройку, и эта постройка... ЛТВ, он себе с той серии купил новый дом, смотрите. А ну да. Как вам халупа? Пойдет? Да что это? Это я, короче, это я отель свой построил. Ну что, пацаны, давайте. Для начала у нас будет один Абунгокс. Вы готовы? Да. Поехали. Ой. Опа, Паш, ЛТВ, придется тебе новое покупать здание, потому что ему сейчас жопа будет. Это не мой дом, это отель. А, это отель? Там отель. Ну, нормально у тебя отель. Смотрите, у тебя тут спутниковая тарелка какое-то говно ловит. Надо тебе ее испортить, собачья это. Вы чё, офигели? Ой, что-то там дрожит. Ого, смотрите, какие кубы уже валяются. Нифига себе, это откуда? А что это у тебя из говна и палок дом построен? Тебе не кажется? Ой, смотри, сейчас стена отвалится. Ой, там унитазы разлетаются. Кто-то упал вниз. Ого, куб. Смотрите, какой внизу здоровенный кубище. У тебя нормально вот здесь стоит? Так, подожди, а здесь что у нас? Ё-моё, я тоже упал. Ладно, не будем, мы же говорили, что не будем считать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш инстаграм, дискорд. Поорём, пообщаемся. Ссылочки где? В описании. Шаверно, верно. Что-то слабо, что-то слабо. Давайте еще одного дурачка поставим. Дим, понимаешь, бюджет не хватило. Я понял. Ой-ой-ой, пошло дело. Он внутри прям, пацаны. Он там ковыряет. Кто-то и ломает. Носу ковыряет. Наверное, он носу ковыряет. А, там чувак внизу бегает, он за ним агрится. Хорошо, давайте еще одного поставим. Да ну куда? А, вот так, значит. Хорошо, пацаны, я разозлился. Пошло дело. Ребята, как вам эта карта? Это новая карта, весит всего 9 мегабайт. И она мега оптимизирована. Я вот прям смотрю, FPS прям на один больше, чем обычно. Они толпой бегают за тем челиком. Ну давайте сюда, ну челепиздрики. Ого, смотрите, сколько людей к нам идет. Ой, тебе бунг. Это жесть, бегите, глупцы. А что, нам еще кто-то есть живой? Да, видно. Ух ты. Так, наблюдаем. Кто еще у нас тут? Венера и Дэн. Ну что, пацаны, прощайте. Надо было с вами съесть, что не съесть? Ну да, натуре, да. Хорошая тема. Ну все, прыжок пошел, смотрите. Ну. Нет. Есть, вот. Ой-ой-ой, да, красиво. Я хрупкая постройка у нас, залетайте. Ой-ой-ой. Ой. Ой, надо валить, скорее сюда, быстрее. Мы... Уху, вовремя я туда убежал. Аж задрожало все здание. А где он? А вот снизу бегает. Дурачелло! Опа, убили одного. Вы сейчас умрете. Мы сейчас все. Ух ты, привет! Чуть не поцеловался. Ой, вы держитесь. Давай к ним, давай. Ну. Ух ты, расковырялся внизу. Ой. Пацаны, зря вы там стоите, зря бегите оттуда! Бегите с башни! Дурачок, что ли? Дима, мы тут с тобой двоем как бы сидим, мы сейчас можем. Ну не, мы выживем. Ты понимаешь? Мы самые лучшие игроки. Вот, он пошел в другую часть. Вот, давай, мочи тех пацанов. Не надо. Разгон берет, смотрите. Это не зря он это делает. Ну! Ну! Еще это. Вот это он всю крышу там. Ой! Ну фуфлексон! Ух ты! Чуть не поцеловал летучку! Ой, пацан, он над нами! Ой, под нами! Ой! На чем вы держитесь? А, булочками, у нас булки накачанные. Булочка с сосиской. Булочка с сосиской. Хот-дог большой. Хот-дог большой. Давайте еще одного поставим, чтобы было веселее. Короче, я сейчас со стороны рискну здоровьем, я туда вниз прыгну. Давай. Тихо, сожоп, ну на тебе за это. Твой риск был неоправданный. Еще одного? Я уже это... Пацаны, прощай. Ух. ЛТВ красиво сальтует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему тебя называют думающим, если ты зима? Блин, это было мощно. Это мощно, очень. Так, проверяем, кто у нас еще живой? Заварна Кифе и...
и Свинера. А еще Дэн тут сидит. Эй, Дэн, ты что в Counter-Strike играешь? Не, ролики смотрю. А, ты ролики смотришь? Хочу тебя немножко подправить. Во-первых, ты улетел вниз, а во-вторых, у тебя был компьютер выключенный. Странно это как-то у тебя все происходит. Так, а кто остался один? Последний остался в живых? Да. Венера, ты победитель. Вот дом и тучки. Давай. Это бункер. У тебя, кстати, а что это? Это пулемет у тебя на крыше или что это? Да, это мое. Он, кстати, даже шевелится. О, у тебя так прикольно внутри, смотри. Да? У тебя здесь так эпично все. Халабуда пойдет у тебя. Ого, у тебя здесь оружки сколько, смотри. Проверим, как быстро Абунга разрушит твое здание. Пацаны, зря вы там внизу все стоите. О, кубы полетели. Ой, Дэн! Разгребай. Ого, что это за предметы с воздуха летят? Что это было сейчас? Ого. Кофе на пушке стоит. О, футбол играет кубами. Да дурак, что ли? Ну что ты делаешь? Блин, я испугался. Куда тебе? Нифига себе, он растерзал-то. Пацаны, бегите, бегите, глупцы. Как язык тряпку. Он так легко подкидывает эти предметы все, как будто они ничего не весят. Эй, по мне плитами вонючими кидаешься. Так, Фукликс, Никитос, кто у нас еще там остался? Еще живой тут. Да, я вижу, вот у нас еще и Тучка, Венера, ОлТВ. Давай, Тучка, я болею за тебя, чтоб ты выиграл. Он как Марио, пацаны, головой все крышит. Опа, опа, опа. Лучше в углу где-то встань, Тучка. Да. Это было эпично. Он хотел меня убить. Дурачело, что ли? Какой он негативный пацан. Ну все, пацаны, он идет к вам. Смотрите. Умирайте. Ой, Дэн. Дэнчик. Отец. Ух ты. Так, Венера, ты остался живой последний раз. Ой, последний опять выиграл. Я надеюсь, мои слова сбудутся. Это точно было последний раз. Так, сейчас мы ставим хату Дэна. Реально? Да. О, ой, прикольно у тебя халупея. Бункер знакомый, мы такой ставили, кстати. Но этой постройки у нас еще ни разу не было, это новенькая. Свеженькая. Дэн, иди посмотри, теперь тут компьютер у тебя включен, и можешь точно в ютубе смотреть. Иди. Давай там. Все. А, кстати, он там что, у него графики? У тебя биткоины там манятся или что? У него майнинг секрет фирмы. Криптовалютчик, пацаны. Ставки, ТСЭ. Поехали. Сгорело все. Я буду внутри быть. Я хочу... Ой, внутри я хочу посмотреть, как... Наведай теперь, блин. Хотя посмотри, как все разрушается изнутри. Ну а Бунка, это здание просто разломал за 5 секунд. Пацаны, бегите. Бегите. По кругу. Он по кругу бегает. А, вон, за челиком гоняется. Надо ему помочь. На тебе за это. Пацаны, прощайте. Бу! ОлТВ, молодекс. Давай какие-то лаки, ну блин. Так, давайте возле... Ух ты! Смотрите. Пойдет? Что за меч? Ты что, гонишь? Это же с Half-Life 2 здание. Да, это Half-Life 2, фу, не шай. Ого, это высоко. Но я знаю, что Абунга допрыгивает до такой высоты. А что так скользко? Потому что там кто-то на Харьков. Это мой на Харьков. Ох! Ой. А чё я улетело? Скользим. Ребята. Оно падает, что ли? Здание падает, пацаны! Да? Да ладно, ну реально падает. Смотрите, как красиво. Слик-бэк. Медленно. И уверенно летит вниз, пацаны. Сейчас будет ваша крыша ровно стоять. Не-не-не, не надо ее фризить, вы должны падать. Ну, а Сликбэк. Ну, проверим, они смогут ее подкинуть? Не трогайте. Ой-ой-ой, да не трогай. Блин, ребята, это угар. О, как вам такая хатынка? О, что это за лифт? А что это такое? А им управляй, походу, можно. А, это материал так сделаны. О, так это лифт, что ли? Да. Сейчас я попробую. О, это кинотеатр, смотрите, пацаны. Ребята, киношку смотреть сейчас будем. Странный кинотеатр, вам не кажется? Да нормально. Ну все, сидим. Вот, смотрите, я сижу. Мы сидим. Танцуем, короче. Так, все, ставлю Абунгу. Пора это кинотеатра штука убрать. С лица земли. Навсегда. Ой, я слышу, как уже там что-то внизу разлетелось. Ой, страшно. Суд идет.
А ну-ка. Ого, смотрите, что уже тут произошло. Ой. Ой-ой-ой. Он сейчас псих прыгнет. Он под нами, пацаны, прыгает. Готовьтесь. А, вот он. Эй. Он как Марио. Так, страшно. 4 штуки случайно поставил. Ой-ой-ой, случайно вообще, да? На палец соскочил. Ой, ой-ой-ой, пацаны, что-то... Что полы дрыгаются, пацаны? Надо сесть. Ой, я, пацаны, сяду. Вы там, короче, как хотите, а я посижу. Я успел сесть. Кстати, эти штуки зафрижены, если даже здание упадет, эти кресла будут в воздухе висеть. Тогда мы все выиграем. Ой, ой, оно его расфризило, надо за другую штуку сесть. Быстрей. О, отлично. Здесь посидим. Классно, да, Кин? Я как и сказал, мы в воздухе висим. Ай, блин, классяк. А что за кубики? Да я не знаю, это здание кончепотовское. Это Майнкрафт. Прощай! Вот это он лихо нас подбил. Это была крепкая победа. О Бунге. Эй, дурая Лела. Че, все умерли? Или еще кто-то живой остался? Дэн, ты опять смотришь в ноутбуке YouTube? Кстати, хочу сказать, ты в камень смотришь. У тебя очень развита фантазия, мне нравится. Блин, ребята, угарно, жестко. А, вы друг другу на руках сидели, что ли? Ничего не ехал. Пацаны, смотрите, сейчас он прыгнет до вас. Ну вы что делаете? Это же что за хаос? Дима, давай к нам садись. А вы сейчас все умрете. Не, я буду контролировать. Я сейчас умру вместе с вами. Вы что, гоните? Надо вот так прям над вами стоять. Не надо. Вот так вот. Во! Они во. Какие-то тупые, они нам что не сделают. А, тупые, да, говоришь на них? Да, тупые. Сейчас кто-то попадет. Ну-ка. Вы что, живые все? Ох, они вас растерзали. Это здание Фуфликса. Сдавливаем. Ничего себе у тебя хата, арена целая. Часа как будто храм. Тут трон есть, тут трон есть. Ничего себе. Это хата царя, да? Тут трон. Ты готова посмотреть, как твой трон разлетится в говно? Ты бы его видел, Дима. Ой, а пацаны наступают, а бунги наступают. Они разрушают. Ого, плиты летят. Осторожно. Что? Ё-моё. Ой-ё-ё. Я успел? Я успел, я красавчик. Так, быстрее сюда, пацаны, я к вам иду. Еще часть карты... Нет, я вниз! Я живой. Я буду с вами. Ого, что оно все... Почему оно все летает в воздухе? Это что за антигравитационное здание у тебя? Блин, а это красиво было, пока я не умер. Смотрите, по всей карте разлетелось. Ну это эпично. Я еще такого не видел. Но это не все. Сейчас еще дальше будет разлетаться. Так, давайте, Бунги, фас! Фас, он что, слышал? А ты такого узнал? Укусить их всех! Так, еще 3 человека, и ту... А, ну до этого момента вы хорошо выживали. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусанек, ОЛТВ, Венера, Лисик, Фуфло какое-то, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово, ребята. Очень крутая рубрика, потому что толпа аниматроников будут разрушать нашу базу, а будем пытаться выжить. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сейчас, пацаны, я включу искусственный интеллект и начнется веселье. Ой, они уже за меня загрелись. Ой, что-то я не рассчитал, что они так быстро ломать ее будут. Ой, согласен. Ой-ой-ой, я немного их пос... А! Нет! Ё-моё! Давайте посмотрим, как они вообще разрушают ее. Тихо, психичка, успокойся. Дима, беги лучше. Ой, я еще жив. Ай-ой-ой, блин. ОЛТВ последний. Гусенек, ты как-то странно в этих текстурах. Есть! Так, ОЛТВ, ты выиграл, ты понимаешь? Ну, впереди у нас еще будут и большие базы целые. Так, залетайте. Так, поставлю пока 4 штуки, посмотрю, как это будет выглядеть. Потому что, я не знаю, они очень быстро ломают все. Ой. Дима, я боюсь. Они грызут доски, я вижу. Эй, психи, не грызите наши доски. Я вижу, да, они грызут. Ой. А, я сейчас еще... Блин, оно как-то меня толкает в разные стороны. Мне так не пришло, что у гусанька этот скин эрохитный, высокий. Это, короче, мои братья пришли. А, да? Ты же их запрограммировал. Да. Ты самопил упал. Бывает.
мне кажется, марионетки были эффективны. Они очень агрессивные марионетки, но этот потихоньку ломает, ты понимаешь? Они все продумывают, они хотят, чтобы мы все сразу слились одновременно. У них ничего не получится. Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, залетайте в мой инстаграм, я веду свой влог. Можете увидеть меня вне ютуба. И дискорд, ссылочка где у нас? В описании. Заходите, поорём. Ой, падаем. Ой, я же сказал, что они сделают, что все одновременно умрут. Нет, я еще живу. Ой, блин, ЛТВ, ты умер. Мясо и фэнтезай, понятно. Так, ну и ладно, я еще тут пока выживаю. Еще не убили меня. Да, давай. Еще убили, лисик. О, Дима, идет к тебе один. Нет, скажи, что я невкусный, пожалуйста. Нет! А! Он вкусный. Я невкусный! Скажи им! Что со зданием? Оно что, куда-то идет? Все, пацаны, да, я за карту пошел. Выиграл. Я выиграл? Да. Ладно, я ему прям в лапы прыгну. Ешь меня. Кусок зайца. Спина. Смотрите, в каком доме мы сейчас будем выживать. О! Вот это настоящая моя база. Гусанек, тут твое лицо сделали. На дом гусанька. О, мое лицо. Ну что, поехала. Родная. Ты когда посмотришь на диван, ты офигеешь. А что там на диване? А, я понял. Ого, они разрушают нашу базу уже, пацаны. А, ой, они все ближе. А, я запрыгиваю к вам. Тут они быстро ломают все. Что происходит? Ой, горит. Это они подожгли? Ой. Дима, нечестно. Нечестно? Нечестно, если ты на диване будешь. Бегите, пацаны, я сейчас расфрижу все. Не надо. Блин, со спины. Ой, я сейчас ускорю процесс. Давайте еще сделаем больше. Надо, одумайся. Вот это жесть. Убийцы идут. Че, пацаны, живые еще? Да, тихо, у меня в кровати черный. Очень страшно наблюдать ситуацию, которая у меня. Не бойтесь. Да на холодильник пинать. Ой, там что-то с неба летит небольшое. Нет, ну Дима. Да небольшая бомба летит. Ой, смотрите, мега база. О. Вот теперь у нас будет очень длинное выживание. Толпа марионеток выдвинулась. Психички выдвинулись. Тихо. Ой, ой, они психички точно. Нет, я живу. Есть, я живу. Я в коробке. А, нет, нет. Они очень быстро разрушили нашу базу. Очень быстро. Да, кто еще живой? Я. ЛТВ. И Фуфлик вон там. И Фуфлик, так я вижу. Наблюдаем за пацанами. А, я упал. Все, они сейчас тебя убьют. Уйди отсюда, уйди отсюда. Не уйду, нет. А, вы еще вдвоем, я думал, все-таки ЛТВ упал вниз. А. Ой, ты! Аниматроники и психи. Разрушают просто любое здание, как караеды какие-то, бобры вонючие. Прощай, да. ЛТВ. Ну, я беги, беги, беги! Да ну вас нафиг, знаете. Сейчас они тебя убьют. Смотрите, как они за ним гонятся. Прощай! Прощай, прощай, прощай. Нечестно. Ну все, все, ты выиграл. Так, давайте я сейчас поставлю эту же постройку, только поставлю мало аниматроников. Хорошо. О, если я одну поставлю, мы долго будем выживать? Давайте одну поставлю. Так, погнали. Интересно же? Интересно. Все, одна психичка есть. Ой. Ой. Она грызет уже. Я упал! Нет, стойте, стойте, я срядил. Да ё-моё, ну что ты будешь делать, дуралелла? Где-то подъем есть с другой стороны. Да точно, спасибо. Так, быстрее, быстрее, пока она не увидела меня. Опа, есть. А ей там кайфово, она грызет. Отлично. Хорошо, что еще можно было подняться. Так, все, мы здесь тащим. Так, а там что? Потихонечку там разрушила полностью одну секцию. Пошла. О, вторая. Вот. Где она? А, за мной агрится. Она под тобой. О, два пустол. Пустол выгрызет. Да ну не так же ж. Ох, ой, все шатается. Ой! Как? А у меня убила сломала плитой. Она мост сломала, тебе нельзя перейти. Правильно сделала. Смотрите, как прикольно разрушила. Все накренилось здесь. Так. Лисик упала уже. Просто все разгрызла. Одна саню его и хагрить. А, я вижу, да. На меня сагрилась она. Так, еще одну поставим, чтобы на разных хагрилась. О! Пацаны, она вам помогает!
Как оно стоит, парахита? Лучше перебегать на другую секцию, быстрей. Как? Да гусанька, гусанек, ты выиграешь, скорее всего. Есть! Молодец! ЛТВ красавчик, успел! Ну давай! Давайте! Давай, Венера, я в тебя верю! Прощай, Венеру! По башке дал! Мне повезло! Это реально везение! Тебе повезло! Дэн еще живой! Тебе повезло то, что ты прыгнул! Согласен! Да, мне повезло! Дима, Дэн еще вон, смотри где! Вижу! Сейчас грызут его! Сейчас еще одну поставлю! Она с другим нравится! Я вижу! Ой, ну нас ломают уже. Зачем она там стекло ломает? Я их брал в аренду. О, сейчас начнет ихнюю постройку ломать. Смотрите, опа, пошло дело. Так, кто же из них победит? Гусанек или ЛТВ? Ух ты! Там балкон отвалился. Привет, Сань. Гусанечек, ты так тупо слился! И ЛТВ. Короче, нарисовалось мне, что вас убили туалеты. О, Венера! Венера был последний. Ой, Дэн. Дэн, ты победил. Ну, по крайней мере, твое туловище победило. Ого, колбасит. Мы еще не ставили обычных Той Фредди. О! Поставлю всего два штучки. Сейчас мы решим, кто же из нас победитель. Пацаны, решающий раунд. Определится настоящий победитель, который будет лучшим игроком этой серии. И посмотри наверх. О, и уже не надо. Я упал. Так, они там грызут все. Прогрызают. Как зайцы настоящие. Или медведи. Ой. Я вижу, как он ломает. Давайте посмотрим. Оп, Дэн, сгрыз. Опусти, пожалуйста. Ах ты, Дэн. А, он за кем-то агрится и бегает. Оп, еще сгрыз. Дэн, пожалуйста, помоги мне. Блин, на соплях все висит. Вот эти веревки, они сдерживают эту конструкцию. Ой. Нет. Нет, нет, нет. Надо за столб держаться руками. Держись. Держусь, держусь. Наше здание уходит на другую карту. Биг Сити. Дэн, прощай! Нет, Дэн не падает. Я попробую как-то поднять это все дело. Не надо. О, я поднимаю Дэна, смотрите его за ручку. Опусти его. Нет, 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 нет. Есть, я еще стою, отлично. Я живу. Я тоже живой. Дима, вернись. Блин, он ближе, смотрите, грызет потихоньку доски. Еще, пожалуйста, вон сзади человек стоит. Фуфло какое-то за ним, агрися. Нет. Пожалуйста, да, нет. Да-да-да, правильно, правильно, правильно. Нет! На Диму, да-да-да-да. Опа, опа. А, есть, я перелез. Дима, я все видел, я все видел. А так надо выжить же, вот. Я буду за тобой стоять, чтобы они тебя убили. Я еще живой, Дима. Куда он побежал? Ну куда ты побежал? А, вот все. Кирилл побежал. Так, вон еще вижу гусанек, там что-то шевелится. А кто еще живой? ЛТВ. Как ты там вообще держишься? Это непонятно. Я с тарелками своими держусь. А, понял. Все, я забрался назад. Уй. Красавчик, ну и теперь ты упадешь. А нет, у тебя же длинные лапы. Как дела? Давайте ускорим процесс. Где наши фиолетовые челики? Они все ножом чикают, смотрите. Опа, есть. Пацаны, ваша смерть все ближе и ближе. Интересно, кто же победитель из вас? Кто первый коснется земли, тот и проиграл. Давайте так, чтобы был решающий победитель. А еще у нас фуфло есть, кстати. Надо фуфлу тоже помочь. Это была подпись. ЛТВ, ты победитель. Сейчас будет самый тяжелый уровень. Сейчас будет куча аниматроников, которые это здание просто сгрызут за пару секунд. Вы готовы? Да. Смотрите, что сейчас будет. Это будет просто жесть. Так, надо сразу правильно встать. Я их поставлю подальше, чтобы мы успели. Подними фуфлик. Смотрите, смотрите. 50 марионеток бегут. Они сейчас за доли секунды все съедят. Смотрите, смотрите, просто съели все здание. Я держусь, прощайте. Я живой. Вот это жесть. Ай, я последний умер. Понятно. Вот это толпа. Это конкретно жопа. Все, ничего не осталось, представляете? Просто. Они что, дерево любят есть? Я так и не понял. Они голодные просто. Все, Дима, они все съели. Ничего не осталось, мы даже ничего не удаляли. Да. Эй, не делай так, я их боюсь. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Ух, я даже улетал и не смог этого сделать.